Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Обращайтесь в Центр поддержки экспорта Курской области и выводите ваш бизнес на новый уровень. Очередная волна капризов природы ждет гурян. И снова аномальная жара. Синоптики обещают, что столбики термометров жителей Соловьиного края очередной раз покажут значение в 31 градус со знаком плюс. И даже выше. Пляжи – один из способов спасения от жары у курян. А что делать тому, у кого возможности покинуть каменные джунгли в течение дня не получается? К счастью, в Курске есть несколько наземных фонтанов, куда приходят не только любоваться пируэтами водяных струй, но и освежиться. Даже возле таких сооружений достаточно уютно из-за влажного воздуха. Что уж говорить о детях, которые с радостью плещутся среди прохладных вертикальных потоков. Тем не менее, у курян есть много и других способов охладиться. Самые популярные – мороженое и кондиционер. Волна новая аномальной жары обещается. Как вы будете от жары от этой самой спасаться? Купаться в фонтане. Купаться в фонтане? Конкретно в этом? Конечно. Да. А в речку как альтернатива? Нет. А если это дома? Только в ванной. Мы будем пользоваться кондиционером. Так, а сейчас, я так понимаю, ваши дети пользуются кондиционером иного характера? Ну да. Но очень вот удачно здесь сделали этот фонтан. Очень нравится. А если это дома? И нет кондиционера? Тогда не знаю. Это очень тяжело. То есть кондишн лучше... Ходить чаще в душ. Обращайтесь в Центр поддержки экспорта Курской области и выводите ваш бизнес на новый уровень. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.